Концентрация поэтических вечеров этой осенью в Нижнем Новгороде чрезвычайно высока. Возможно, это связано как раз с гастролями поэтесс, которые фактически и возвращают поэзию на большие сцены или в небольшие клубы, но здесь неизменно собирают полный зал, как произошло сегодня на вечере поэтессы Ах Астаховой в Васе плюс один. Я стародом, былом все стены в дырах, причина есть, сколь заглянуть назад, как будто коммунальная квартира, моя душа пускала всех подряд. Один пришел в резиновых галошах, и нас разбегают на мою постель, другой пришел непрошенно, и вышиб дверь, парадную с петель. Моя душа вмещала эгоистов, лжецов и трусов, полон был мой дом, и я с талантом юного артиста всех поместил за праздничным столом. Ломали мебель и крушили стены в моем дому, я был тому виной, и даже тех, кому мила измена, я тоже приволок к себе домой. Дворовых девок, духом падших тоже, вмещал мой дом и почивал гостей. Я становился холоднее и строже. Мой дом трещал на несколько частей. В одно мгновение я остался нищим, но я живой, я все еще дышу и строю дом на месте пепелища. Но никого в него не приглашу.